Богатыр. Богатыр, привет. Как тебе машинка такая пожарная? Нравится? Залезай на наш диванчик. Как тебе, удобно? Давай немножко покатаемся с тобой. Чуть-чуть повыше. Давай с тобой очки наденем красивые, чтобы солнышко не светило. Вот такой свет, смотри. Будем смотреть твои зубки, договорились? Открывай широко-широко. А мы эту серию не смотрели с тобой? Не смотрели. Открывай широко, я вот таким зеркальцем посчитаю свои зубки, посмотрю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И здесь наверху так много. Закрывай пока ротик, закрывай. Клубнику шоколадом выбираем? Да. Шоколадом, хорошо? Да, будет очень вкусно, конечно. Одна циферка показывает, сколько у нас шоколада, а другая циферка показывает, насколько ты храбра. Как мотоцикл быстро. А кто быстрее, мотоцикл или машина? Мотоцикл. Ну вот, значит, что мотоцикл. Что, появился уже вкусный запах? И мне нужна прям твоя храбрость, помощь. Пробов. И промываем. Давай, помоем зубки. Митка, какой ты молодец. Ну, прям мне сегодня супер помощник пришел. Молодец, чуть-чуть пошире, чтобы трубочка собирала всех микронов, которые мы сейчас смываем. Вот так, умница, молодец. Ну, мне сегодня прям повезло с этим помощником. Супер мальчик. Ну, прям в шоке, да, с вами сегодня? Да, очень смелый мальчик. Так, мне кажется, нам еще никто не помогал. Мне пробовать ловить. Ты прям большой-большой молодец. Сфотографируем зубки. Выгоняем микроном, смываем их водичкой. А трубочкой их собираем. Угу. У нас здесь было 5 микробов, правильно? Да. Да? 2 микроба. Ух, как широко! Уже, посмотри! Кажется, 2 микроба мы уже точно выгнали. 2 прям. И последний микроб, самый такой хитрый, который спрятался. Сейчас мы его тоже поймаем. Они же были спасателями, помогали всем. Также и богатырь мне помогает и спасает зубки от микробов. Снимаем наш плащ защитный. Ты герой? Удобно. Удобно тебе? А ну-ка постучи еще раз. Удобненько? За мороженым идем? Какое ты любишь мороженое? Шоколадное? Шоколад. Или беленькое? Шоколадненькое? Богатырь, ты такой молодец, дай 5. Сегодня не обнимал. Умничка. Пойдем за мороженым, за подарком? Вот это? Хорошо. Нужно будет дать нурофенчик, потому что было между зубами, на контакте стоял фламер от кофердама, может беспокоить. Если что, можете обращаться. Далее записываемся еще на 2 визита, у нас внизу еще 2 контакта. Хорошо. Все, спасибо, до свидания. Большое. Пожалуйста.